Если вам не трудно, да. Поставьте, пожалуйста. Конечно. Там уже идет запись, да? Да, ну. Вроде же идет. Да, идет запись. Угу. Идет запись. По фортепиано я особо ничем по классу не должна. Нет, а что у меня на общее. Thank you.
Thank you.
рождения своими руками. Очень, одно упражнение, первое покажу именно вам. Очень красивое упражнение, да? Mm-hmm. Вот вы сейчас стоите, у вас сейчас свободные руки или нет? Я думаю, нет. Конечно, нет. Да, вот у меня сейчас свободные руки. Успех это, да? Mm-hmm. Так, упражнение сначала показываю, это первое упражнение. Выглядит оно очень просто, но попробуйте. Так, так, до свидания. Похоже на зарядку. Это у вас похоже на зарядку, да. Вот, значит, сначала вперед. Нет, вот сначала ваши плечи, да? Сначала вперед, потом вверх, потом так, потом так. Как вы думаете, вы точно как я делаете? Я думаю, может быть, не совсем так. Может быть, не совсем, правда, скорее да? Всего, что... Скорее всего, да. А, значит, попробуй, положите меня сюда вот. На руки, чем я поднимаю руки. Чувствуете, чем я поднимаю руки? Какие? Спины. Вот. Да. А у вас они были совершенно так. Теперь я вот поднимаю. Ничего не делаю, я поднимаю. Дайте мне. Глаза, смотрите. Глаза это шея. Да, так, еще. Вы понимаете, что? Вот это вы. Я понял. Вот, давайте так вот представим, я не понимаю. Вот это, ну, погодите, как я. Так, ага, теперь, ну, что? О, вот, отлично. Вот, теперь, ай, нет, вот это даже не надо. Да? И вот как только вам уже хочется сделать так, вы этого себе не дайте. Да, теперь, стой. Вот, стой. И бросаем. А потом можно еще. Да, для того, чтобы почувствовать. Вот это для чего? А это вот для чего. Еще есть, наверное, желающие с... Спасибо.